Из этого видео вы узнаете, чем мы занимались в Бухаре, почему в Узбекистане уважают моего дедушку и откуда у меня такая тюбетейка. Ну а нашим бухарским приключениям посвящен целый плейлист, который так и называется «Бухарские каникулы». Сначала про Бухару. Бухара – один из древнейших городов Средней Азии. Его возраст не менее 2500 лет. Это был один из узловых пунктов на Великом Шелковом пути. В средние века волею судеб Бухара становится не только крупным торговым, но и религиозным, культурным и научным центром. Бухара считается родиной знаменитого Хаджи Насреддина. Сегодня Бухара – это город-музей, исторический центр которого включен в список Всемирного культурно-исторического наследия ЮНЕСКО. Нам сказали, что здесь постоянно проводятся масштабные реставрационные работы и археологические раскопки. В город приезжает большое количество туристов из Европы, Соединенных Штатов, Японии, Китая и, конечно, из стран Ближнего Востока. В старом городе расположено много гостевых домов, где и любят останавливаться иностранные туристы. В нескольких таких гостевых домах мы побывали, побеседовали с их владельцами, говорили о том, как организован и развивается их бизнес. Она была? Ну, теперь про моего дедушку, двоюродного. В Бухаре мы не только отдыхали, наслаждаясь теплым февральским солнцем и прекрасной по нашим меркам весенней погодкой, и осматривали культурно-исторические достопримечательности. Здесь у нас было много деловых встреч с представителями общественных организаций и местной власти в районах и кишлаках Бухарской области, с преподавателями вузов, владельцами гостевых домов и мастерских традиционных народных промыслов. Обо всем этом мы снимали видеорепортажи, и они тоже размещены на нашем канале. Все разговоры велись на русском языке, который великолепно знают, помнят и любят поколения, выросшие в СССР. И особенно мне было приятно неожиданно узнать, что моего двоюродного деда, Липатова Николая Никитича, академика Восхнил СССР, умершего еще в 1994 году, до сих пор почитают в Узбекистане как крупного специалиста. Еще в 70-х годах ими были разработаны и внедрены в производство саморегулирующиеся многосекционные комбинированные сепараторы. По его учебникам и учебным пособиям, по технологии обработки молока и пищевых продуктов, и сегодня обучаются студенты узбекских вузов, а среди нынешних преподавателей большое количество его бывших аспирантов и докторантов. Про тюбетейку. Мне ее подарили при посещении золотошвейной мастерской в центре старого города. Но про это отдельное видео размещено на канале, так что подписывайтесь на наш канал и путешествуйте вместе с нами по волшебной Бухаре и многим другим странам.